случайно. Нужно пальцы сделать так, только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Унитаз. Эй, Дим Димыч, воду из унитаза пить нельзя. Я не пью. А что, моешься? Да нет, не моюсь. Так зачем ты туда заглядываешь-то? По-моему, унитаз сломался. Все время вода течет. И что? Как что? Воду надо беречь. Симка, ну ты же сама мне это говорила. Правильно, Дим Димыч. Вода не должна течь зря. Только это не унитаз сломался. А что? Бачок. Почти у всех унитазов есть бачок. В нем накапливается вода. Ее спускают в унитаз, когда это нужно. Вода в бачок наливается через кран, к которому приделан поплавок. Поплавок поднимается вместе с водой. И когда воды уже достаточно, он закрывает кран. Бывает, что кран или поплавок ломается, и вода в бачок все льется и льется. При этом лишняя вода стекает из бачка в унитаз. Жди нас тут. Под землей. Туда стекает грязная вода из раковин, фекалии из унитазов и другие жидкие отходы. По трубам жидкие отходы попадают на очистные сооружения. Там вода очищается и сбрасывается в реку или море. Когда канализации еще не было, люди выливали ночные горшки из окон прямо на улицы. Ой, вонь в городах стояла ужасная. От запаха даже канализация не очень спасала. Проблему неприятного запаха удалось побороть только когда изобрели современный унитаз. В нем есть труба со сгибом, в которой стоит вода. Она-то и не пускает запах из канализации в дом. Туда нельзя. И не спрашивай, почему. Это секрет, кусачка. Дим Димыч, есть будешь? Нет, мам. А печеньку? Сейчас. Я на минутку. Постереги, чтобы в ванную никто не заходил и не спускал воду. Ай-яй-яй, сколько воды утекло зря. Хорошо, что вы заметили. Это Дим Димыч заметил. Ну, за работу. Когда сломался телек, когда мобильник сдох, компьютер еле-еле, а чайник вовсе плох. Не спрашивайте, где мы, и что не говори, а всякая проблема понятнее изнутри. Не зевай, давай договорись, дракон нарисуй, мы сразу здесь. Папус, тихо. Кусачка! Эй, кто там? Я! Папа! Не спускай воду в унитазе! Я и не собирался, просто хотел принять душ. Ладно, только унитаз не трогай. А что с ним? Он сломался. Где? Сейчас проверим. Стой! Не смывай!
ты же... Ты... Не грусти! Мы все починили. Вы здесь? Вас же в канализацию унесло. Ну, не совсем. Нас Нолик спас. И меня, и папу. Тим Димыч! Отчего ты так расстроился? Из-за унитаза? Ага. Не переживай. Унитаз в порядке. Правда? Я проверил. Пойду и я проверю. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!